Russian lesson number 3, getting to know others. Hi. Привет. 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 Hello. Добрый день. Добрый день. Добрый день. How are you? Как дела? Как дела? Как дела? Do you come from Europe? Вы из Европы? Вы из Европы? Вы из Европы? Do you come from America? Вы из Америки? Вы из Америки? Вы из Америки? Do you come from Asia? Вы из Азии? Вы из Азии? Вы из Азии? In which hotel are you staying? В какой гостинице вы остановились? В какой гостинице вы остановились? В какой гостинице вы остановились? How long have you been here for? Как долго вы уже здесь находитесь? Как долго вы уже здесь находитесь? Как долго вы уже здесь находитесь? How long will you be staying? Как долго вы здесь будете? Как долго вы здесь будете? Как долго вы здесь будете? Do you like it here? Вам здесь нравится? Вам здесь нравится? Вам здесь нравится? Вам здесь нравится? Are you here on vacation? Вы здесь в отпуске? Вы здесь в отпуске? Вы здесь в отпуске? Please do visit me. Please do visit me sometime. Приходите ко мне в гости. Приходите ко мне в гости. Приходите ко мне в гости. Here is my address. Вот мой адрес. Вот мой адрес. Вот мой адрес. Shall we see each other tomorrow? Мы увидимся завтра. Мы увидимся завтра. Мы увидимся завтра. I'm sorry, but I already have plans. Сожалею, но у меня уже есть планы. Сожалею, но у меня уже есть планы. Сожалею, но у меня уже есть планы. Bye. Пока. 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 Goodbye. До свидания. До свидания. До свидания. See you soon. До скорого. До скорого. До скорого. And that was the last one. Subscribe my channel if you want to learn more Russian. See you in the next lesson.